Выдвигать в депутаты людей с опытом работы планируют в партии «Справедливая Россия». О подготовке к выборам законодательное собрание Ростовской области рассказал глава фракции в действующем Донском парламенте Сергей Косин. Партия собирается выдвинуть 26 действующих депутатов, 11 человек из городских дум, 5 из районных и 10 депутатов советов сельских поселений. Постарались, чтобы были представлены все группы социальные, которые сегодня есть в Ростовской области, профессиональные, то есть у нас есть представители общественных организаций, которые давно эффективно работают на территории Ростовского, ну тот же Кожин Алексей Анатольевич, да, который пойдет по Кировскому одномандатному округу.